В Дагестан поступило почти 12 тысяч доз вакцин «Спутник Ви». На сегодняшний день более 100 тысяч человек иммунизировано от COVID-19. Все желающие привиться могут прийти в пункты вакцинации, в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильные пункты. Как сообщает Министерство здравоохранения, увеличилось число госпитализированных пациентов и с внебольничной пневмонией. На данный момент в стационарах республики находится более 1500 больных.